Без комментариев. Просто унесло ветром. Ну, расстояние 5 метров унесло ее. Вот тут она стояла. Новую груз вот поставили. Вот поставили на место теплицы, которую унесло ветром. Лежала она аж вот на тех бутылках. Вверх дном. Ну, поставили новый брус, все закрепили. Колышки забили по углам. Поликарбонат, конечно, маленько повредило. Ну, это не страшно, на производительность не повлияет. Все прокрутили. Они вот здесь вот проткнуло хорошо. Вот, перевернутую теплицу восстановили. И здесь же 2 года назад ставили фермер 3х6. Стоит практически в идеальном состоянии. Все четко. Вообще без нареканий. Там тоже в торце дверь с форточкой, вроде знаю. Все стоит четко, ветер не унесло. Все классно.